Пять самых классных вещей в Туле – это культурный центр «Типография», кластер «Октава», набережная, то, что в транспорте можно картами платить, и реставрация исторического центра. Театр – это город не для жизни. Город, в котором есть театр – это город для жизни. Здесь есть мы. Зачем на митинги? Сходить на набережную, там хорошо. Официальная хроника, она у нас только про набережные говорит, и все. Остальной Тулы фактически просто не существует. Экспедиция 7 на 7 подошла к концу. Салют в эту честь. Точно в этом.